В этом году 54 выпускника Адмиралтейской школы получили медали за особые успехи в обучении. Торжественная церемония прошла в зале Русского географического общества. 272-ю гимназию в этом году с отличием закончили сразу 5 выпускников. Заслуженные медали молодым людям в торжественной обстановке вручил директор музея-памятника Исаакиевский собор Николай Буров. Сами бывшие уже школьники шли к этой награде упорно несколько лет. Изначально хорошо учился, но немножко буквально не дотягивал до медали. Там у меня была 1/4, и вот в конце решил собраться с силами. Собраться силами и все-таки получить знак правительства Санкт-Петербурга в этом году смогли 54 выпускника. Таким результатом в районе гордятся особо, ведь годом ранее медалистов было в 2 раза меньше. Мне очень радостно, что многие дети учатся в общеобразовательных школах, не являются школами, гимназиями, лицеями. Вот. Это на самом деле здорово, что в каждой школе есть возможность быть талантливым, ярким, открытым. Когда экзамены наконец сданы, а медали получены, перед вчерашними школьниками открываются двери во взрослую жизнь. Лучших выпускников Адмиралтейского района готовы принять в свои ряды именитые вузы страны, среди которых СПбГУ и МГУ.